Певица и телеведущая Ольга Бузова намекнула на беременность, рассказав в сторис о посещении гинеколога. «Но все, занимаюсь своим здоровьем», — сообщила Бузова в ролике из клиники. Она также опубликовала фотографию двери с надписью «Кабинет гинеколога» и добавила к нему стикер с лежащим в сердечке младенцем, а также эмодзи в виде сложенных для молитвы ладоней. В январе Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном после 2 лет отношений. До этого телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Как писал Рамблер, ранее бывший участник «Дома-2» Рустам Солнцев заявил, что у Бузовой имеются серьезные проблемы с алкоголем. «Я думаю, что она попивает, мягко сказано. Я думаю, что там расход уже как у крузака, 20 литров на 100 километров. Я же вижу это измененное сознание». «Оно же есть», — заявил Солнцев.